Всем привет, фанаты! Давайте пробежимся по самым интересным новостям за сегодняшний день. Есть что вам показать, есть что рассказать, так что не будем медлить, погнали! Президент США Дональд Трамп встретился с заклятым врагом Колби Ковингтона, с Хорхе Масвидалем. Смотрим. Не вздумайте с ним драться, ни в коем случае с ним не деритесь. Хабиб Нурмагомедов рассказал немного о своих тренировках и сказал, что он не всегда согласен со своим тренером. У них очень похожее мышление в ММА, потому что они были почти одинакового возраста и оба были старой школы, понимаете? Они все время говорили мне, что делать, и отец, и тренер. Иногда я не согласен с ними, но говорю, хорошо, я это сделаю. Если вы, ребята, думаете, что мне это поможет, то давайте это сделаем. Я всегда верю этим ребятам, даже если не согласен с ними. Я делаю, поэтому я здесь. Непобежденный чемпион. Я буду защищать свой пояс третий раз через несколько дней. Иногда тебе что-то не нравится, но ты должен делать это. Поэтому очень важно слушать своих тренеров и старших братьев. Все мыслят по-разному, но вы, ребята, должны быть вместе и давать хорошие советы. Если кто-то дает тебе хороший совет, следуй ему. На том уровне, на котором сейчас Хабиб, сложно, наверное, со всем соглашаться. Но нельзя забывать, что на тот уровень его подняли именно эти тренера. И как мы слышим, Хабиб это прекрасно понимает. И это правильно. Едем дальше. Менеджер Хабиба Али Абделазиз высказался коротко о реванше Емельяненко и Вердума. Внимательно слушайте. «Мне сказали, что Федор струсил. Посмотрим, что теперь господин Скотт Кокер сделает. Даже не буду комментировать слова Абделазиза, потому что хорошего о нем вы от меня все равно не услышите. Так что идем дальше». Джастин Гейджи перед боем высказался о поклонниках Хабиба. «Я выйду и попробую сломать ему лицо, обещаю. Есть очень странная особенность его фанатов. Они ведут себя как самые стойкие на планете. Но они настолько, блядь, эмоциональные, когда я его нокаутирую, они завопят, а я буду наслаждаться этим моментом. Они так много пишут онлайн, что мне даже нравится. Нравится, что они пишут, что у меня нет шансов. Я подобное слышу не впервой и не в первый раз доказываю, что они ошибаются». А на этом все, друзья. Всем желаю удачи. Пока.